репертуаре нашего театра на протяжении последних 12 лет пьеса, из которой вы сейчас увидите отрывок, к сожалению, отсутствовала по разным причинам. Хотя до 98 года этот спектакль был одним из хитов нашего театра. Но мы надеемся, что мы это дело возобновим, и не только зрители других городов Украины, также посетители театральных фестивалей, потому что театр ездит на гастроли, на фестивали, но и киевский зритель сможет увидеть премьеру спектакля «Шоша». Этот спектакль был создан по роману лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса Зингера. Итак, отрывок из спектакля. В роли Ариэля Авигдор Фрейдлис, Бетти Наталья Морозова и Файтельзон Александр Герасимчук. Если я соглашусь, откроются такие перспективы, о которых я сам не мог помышлять. Американская виза и возможность писать, не думая о деньгах. Внутри все у меня кипело и кричало. Кричало что-то у меня внутри. Не позорь меня. Это был голос моего отца. Я видел его высокий лоб и пронзительные глаза. Таким он был, когда мы жили на Крахмальной. И день, когда Шоша переехала из дома номер 10 в дом номер 7, был для меня подобен страшному дню. Вот посудите сами. Одно дело пройти через подворотню и зайти во двор, а другое дело прийти на другую улицу. Но я убегал из наших комнат и несся к Шоше как только мог. Хотя мама говорила мне, что негоже сыну раввина водить компанию с девушкой, где накормят мясом, которое окажется не строго кошерным. До 17-го я не видел ее, хотя она мне снилась в снах. Мне казалось, что Шоша гуляет по какому-то невероятному саду. Она была одновременно и живой, и мертвой. Диковинные птицы водились в этом саду. Она с ними разговаривала на каком-то дивном языке. Крахмальная представлялась для меня хвостом археологических раскопок, до которых мне никогда не дойти. И вот однажды шел 37-й год, в перерыве между репетициями напомнила мне об улице моего детства Бетти. Мы зашли в дом, где жила Шоша, и встретили Басю, а потом вскоре пришла и Шоша с бакалейной лавки. И у меня было такое ощущение, как будто мы с ней не расставались. Это было такое ощущение, как будто мне без нее просто и не жить. Та девушка ненормальная. Ей место в больнице. Но вы влюблены в нее? Как только вы ее видали, ваши глаза приняли необычное выражение. Знаете, я начинаю думать, что у вас с мозгами не все в порядке. Может быть, может быть. Да. Все писатели впечатлительны. Впрочем, как и большинство творческих людей. Вот я тоже сумасшедшая. Я читала какую-то книжку про это. Только забыла фамилию автора. Вы подскажете? Ламброза, да? Да, кажется, да. Мне кажется, что у меня есть, как это правильно сказать, почему не идет работа над третьей картиной. Но каждый из нас безумен на свой собственный манер. Поэтому в состоянии заметить безумие другого. Ариэльчик, не связывайте себя с этой девушкой. Если вы ей что-нибудь пообещаете, не сдержите своего слова, она совсем помешается. Я знаю. Ну, что вы в ней нашли? Интересный вопрос. Я в ней нашел себя. Дарвин сказал, что надо пользоваться своим благом и преимуществом в этой жизни. Дарвин такого не говорит.
Неважно. Значит, кто-то другой сказал. Раз Сэм дает мне деньги, я должна их брать. А если он оставляет меня одну, значит, я должна проводить это время с кем-нибудь другим. Получается, если ваш папа позволил, чтобы его расстреляли красные, то... Это подло! Да, я виноват. Ну, в основном вы правы. Человек должен быть милосердным к другим людям. Ведь даже животные не истребляют себе подобных. Во дворе у моего дяди был кот. Может, вы в это не поверите, но он съел собственных котят. Наверное, это был какой-нибудь сумасшедший кот. Сегодня вы смотрели на эту чахлую девицу, как кот на канарейку. Ну, поверьте, вы дадите ей пару недель счастья, а потом бросите. Я это знаю так же хорошо, как то, что сейчас вечер. Все, что я обещал, это прийти завтра к обеду. Идите, обедайте. И скажите ей, что берете ее замуж. В действительности у вас уже есть жена. Ну, та коммунистка, о которой вы мне говорили. Кто, Дора, что ли? Да, Дора. Ариэля, вы не верите в брак. Поэтому та женщина, с которой вы спите, и есть ваша жена. Интересный подход к делу. Получается, что у каждой женщины может быть сотни мужей. А у каждого мужчины сотни жен. Получается, что каждый имеет право на беззаконие, да? Ну, пойдемте же. Почему бы нет? Куда? Куда? Ко мне. Нет, не сейчас. Я должен побыть один. Мне надо подумать.